Мне не нравится та ситуация, когда некоторые псевдознающие кричат на каждом углу: мы с вами батарейки, нас используют, мы живем в матрице. Матрица — это система. Это система, из которой кто-то не может вырваться. То есть каждый день вы совершаете одни и те же действия. Это матрица. Если вы будете ходить задом наперед, вы выйдете из матрицы. Но я сейчас не об этом. Я хочу сказать о том, что те возгласы, те писки и визги по поводу того, что нас используют, нашу энергию, абсолютно неверны. Вы просто не знаете, большинство из вас не знает о том, насколько уникальна наша собственная солнечная система. Она уникальна настолько, что нет такой второй нигде. Все системы выстраиваются в мире по принципу от маленьких к большим планетам. И только у нас все, можно подумать, в хаотичном порядке выстроено. На самом деле строго по определенному принципу. Для того, чтобы, мягко говоря, понятно говоря, Солнце нас не обожгло, а крупные планеты, такие как Юпитер, Сатурн, нас защищали. Вас не приводит к мысли эта идея, что нас не пользуют, нас взяли в компаньоны? Нас с вами взяли в компаньоны, нас защищают. Вы не задумывались, почему знаменитые предсказания о конце света, например, когда там у нас был последний конец света 21 декабря или 12 декабря 2012 года, да, вот, потом еще всевозможные Ванга, Нострадамус предсказывали, они не ошибались, они говорили правду. Просто люди своими энергиями сумели преломить ход событий, на то они и предсказания, чтобы менять реальность. И мы сейчас находимся в той реальности, в том ходе событий, когда мы можем что-то изменить. Планета меняет вибрации на высокие не просто так. Она отбрасывает низковибрационные негативные энергии. Вибрируйте высоко. Все будет хорошо. Мы с вами компаньоны. Нас никто не использует. Поверьте.